Приветствую участников и зрителей фестиваля «Юшут». К сожалению, я не могу лично присутствовать на этом замечательном мероприятии, так как снимаю кино в стране небесных гор Кыргызстане. Но я очень рад той возможности помахать вам рукой на фоне потрясающе красивых гор Тянь-Шаня. Не знаю, какая сейчас у вас там погода, хочется пожелать вам солнечного настроения и азиатского тепла. Надеюсь, история, снятая мной в соавторстве с моими друзьями, настоящими героями нашего времени, не оставит вас равнодушными. С уважением к вам, Алексей Романов.